Ребята, всем привет, вторая часть. Ставки на спорт! 1xbet! Большие выигрыши! 1xbet! Быстрые выплаты! 1xbet! Надежный букмекер! 1xbet! 1xbet! Букмекерская компания. Вторая часть и второй день дальнобоя. Еду я в Самару по-прежнему. Сегодня уже у нас с вами 22 сентября. Выехал я 21 сентября. Остановился, получается, я вчера. Где я вчера остановился? В Путятино, это Рязанская область. И сегодня я еду, короче, мне надо попасть в Самару. Но закрыт мост, дамба через реку Волгу. Закрыта дамба в Тольятти, поэтому открывается она с 10 часов вечера, поэтому я не торопясь ехал. Сегодня в итоге мне 300 километров осталось до Самары, 200 километров до дамбы. Поток идет нормальный на улице, все по трассе шпарят на Самару, на Тольятти, чтобы быстрее проскочить ночью эту дамбу. И я тоже сегодня пытался ехать, проскочить, но забыл помыть стекло. И вот такое стекло сейчас грязное, ребят, капец. Что я не знаю, сейчас пойду мыть. Включу, не знаю, вот фары включил, чтобы видно было то да сё. Сейчас помою и поеду спокойненько. Так что смотрите дальше, завтра выгрузка. А там будем искать обратно на Москву, короче. Вообще в интересах загрузиться на Москву. Это раз, уехать в Москву, поменять колеса. Так как, знаете, колеса моим очень хреново. Потом, после Москвы, есть желание прям ехать на восток, ребята. Да, зима, да, там сейчас гололед. Да, но я меняю резину и еду на восток. В этом году, это хочется совершить в этом году такую самую длинную поездку, знаете ли. Съездить на восток. Там Иркутск, Красноярск, Чита, не знаю, что там еще, Улан-Удэ, ну, в общем, все в том краю. В общем, короче, набрал воду, видите, вода уже набрана. Сейчас пойду мыть стекло. Так вот. Знаете, в чем прикол? Мыть стекло вечером или ночью. Все внимательно. Поняли, о чем я? Потому что, ребята, солнце днем, а вечером солнца нету, поэтому стекло не высыхает и нормально моется. Понятно, да, теперь? Почему я это так сделал? Все, ребят, выезжаю, короче. Что-то воздух опять ушел с прицепа, пойду гляну, что там. Опять, короче, у меня такой способ. Сейчас я вам покажу, какой у меня способ борьбы с прицепом. Берем молоток. Вот слышим, что он шипит. Подходим. И так вот. Оп. Все, и он вообще не шипит. Идем обратно. Опять берем молоток этот. Засовываем на свое привычное уже место. Вот так вот. Перчаточки, кстати, нормальные, ребят. Если руки не потные, не потеют, значит, вонять не будут. Так. А у меня руки не потеют. Значит, у кого-то потеют, раз потное. Все. И качаем воздух. Даем газку побольше, чтобы стрелочка наша воздушная подымалась. Причем на ходу это все это нормально, в общем. Только вот когда глушишь машину, все. Воздух исчезает, если вот он начинает шипеть. А если нет, то все нормально. Добрый день, господа. Всем привет, с кем не виделись. Заезжаем на выгрузку. Франко С. Вчера до ночи ехал. Хотел после Тольятти встать на стоянку. Нифига, там в Зеленовке все забито, блин. Поэтому сейчас вот меня уже встречают. Вот так вот. Делаем камерку. Вот.
надо? Да. Так, вот сюда вот нам вокруг надо ехать. Как обычно. Человек нас встречает. Ни хрена не выспался толком, потому что утром фуры начали тарахтеть, заводиться. Так, вот сюда мы сейчас будем парковать сначала. Вот и наш. Да. Да? Че, только на это место? Ага. О, прицепик стоит, как у меня. Шикарный. Шикарный прицеп. Так, ну че, попробуем. Через опять. Правое плечо. Попасть на выгруз, на пандус. Парковались, чтобы
не перегородить тут все. Вот так вот я подломился. Короче, ребята, тут у меня на весь день выгрузка. В общем, я хочу пойти посмотреть этот чудный прицеп. Такой же, как у меня, думал, но нет. Этот прицеп по длине такой же, я так думаю. Рама такая же, но он на рессорах. Да, на рессорный прицеп. Ящик, видите, как удобно сделан. Это дерма. Я вот хочу посмотреть дышло у него. Все-таки какой у него дышло. Вот такое вот, ребята, дышло. Причем непонятно, самодельное оно или нет. Тоже пальчик на 37, как у меня, видите? Да, дышло такое же, как у меня, один в один. А марка прицепа. Марка прицепа. Ух, уже ничего не видно толком. Есть. Но у него есть мин-код, все есть. Ман какой-то. Какой-то ман. Да, точно такое же дышло, как и у меня. Вот у меня, наверное, вот такое должно было быть. Но, видите, у меня уже... Кран, кстати, точно такой же. Вот он, распределение. Видимо, это краны у всех такие. Поворотный круг тоже, все тут вареное, все тут деланное. Так что, ребята, не у меня, у одного прицеп деланный. Ничего, такой классный прицепик. И дышло у него классное. Надо мне менять дышло. Это я его видел в Питере. Дышло эти продаются. Поэтому надо ехать в Питер и менять. Подвеска сделана, смотрите, как интересно на рессорах. Крыльев передних тоже нету. Но здесь гусак, видите, и на гусаке. А, нет, также, да. На гусаку уже приварена термобудка вот эта. Запаска точно так же, как у меня. Запаска вообще левая. Колесо. Ручной тормоз, смотрите, уже по-другому сделан. У меня совсем по-другому. Ну, прикольно, прикольно, конечно. Ящик для аккумулятора какой-то или что, или здесь это было. Что-то такое, отбойников нет, у меня есть. Не, он короче, это 6-метровый, скорее всего, ребята, прицеп. А у меня длиннее. Да, ступицы такие же. Ящичек. Вот ворота вот такие я хочу себе на прицеп замутить. Фонари даже, как у меня. Обалдеть. Вот это прикольно. А что это за удочка? Что она там делает, интересно? А, это кран уровня пола. Ой, не уровня пола, это кран тормозов. Колдун, то бишь колдун. Нифига себе дела. Не, ну прицеп серьезный на самом деле. Варка тут все капитально, блин. А оси такие же, точно, как у меня. Стремянки такие же. Здесь только пыльники стоят на осях, а у меня их уже нету. Думаю, что оно и к лучшему. Посмотреть хотя бы, как и что. Ничего такой, прицепик хороший. Хороший прицепик. Хороший, хороший. Резина, правда, не очень. На резина, да, у меня тоже сейчас не очень. Резина, как обычно, страдает. Ресивер также, кстати, прикреплен. Абсолютно так же. Один всего ресивер у него на тормоза. И все. Блин, такое чувство, как будто он варен-переварен. Но нифига, это все родное. Это вот, видите, машина едет. Вот сейчас бы я раскорячился бы прямо. И вот они бы объезжали бы меня там. Хрен знает как. А так, они нормально меня объезжают. Поэтому, в общем... Стал я все-таки по-человечески. Потом отцеплю вот так вот по кругу проеду. Так, вот сюда, вот так вот по кругу проеду. Отцеплю прицеп.
и уже одиночкой спокойно встану. Эх, выгрузка сегодня у нас целый день, зато день у нас сегодня классный. День сегодня у нас замечательный, теплый, жаркий. Лето продолжается, последние денечки. Ну все, ребят, я отдыхать, пока меня выгружают. А я что-то хотел, кстати, посмотреть. Вот, коптит. Что-то коптить начало еще больше, ребята, чем было. Или солярка ли такая. Прям коптит конкретно. Надо глушитель менять. В общем, много чего надо менять. Подкапывает у меня масло все с ТНВД. Никак я его не залечу. Я все хочу разом это все дело снимать. Делать, но ни времени, ребята, ни денег, как всегда, надо работать. Поэтому посмотрим, поживем. Так, а что-то тут вообще все так печально. Ладно, я отдыхать. Короче, все, ребят, меня выгрузили, вон он. Коробки стоят, я уже перепарковался. В общем, хочу позаниматься с этим краном. Опять же, мне надоело шипеть. Хочу сейчас открутить вот этот клапан, посмотреть, что с клапаном. Может, что-то с ним. Может, из-за него такие проблемы. Не знаю. Заколебало меня это, короче, все. Вот. Ну, я их жду, короче, пока мне... Они сейчас посчитают коробки и оплатят мне за перевозку. Ребят, меня уже выгрузили. Я припарковался тут опять на стояночку. Все, в принципе, и стоял ночь. В общем, пойдем сейчас... Ветер дует. Пойдем сейчас на рынок. Посмотрим, что там продают вообще. Мне надо одну штуку для прицепа. Регулировку пружины дышло сделать. Пойдем посмотрим, что там есть вообще. Так вот припарковался я опять задом в кусты. Идем.